Накануне ночью произошла трагедия в одном из дворов Барнаула. Загорелся автомобиль, в котором находился мужчина. Из сообщений очевидцев в сообществе «Барнаул-22» известно, что возгорание произошло около 2 ночи. До приезда пожарных свидетели происшествия пытались открыть автомобиль и спасти спящего мужчину, но им этого не удалось. Огонь сильно повредил переднюю часть машины, и поэтому источник пожара, скорее всего, находился внутри автомобиля. Правда, пока официального заключения правоохранителей по данному поводу нет. Очевидцы высказывают предположение, что виной всему включенная в автомобиле печка. Погибший, по словам ряда комментаторов, развелся с женой и, цитируем, жил в машине. Его имя пока неизвестно. Предположительно, мужчина работал на шинном заводе. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего.